В огороде Нижнеокинской школы Мамадышского района все грядки именные. Это не название сортов овощных культур, а именно тех, кто ответственен за порядок и чистоту. У каждого учащегося свой маленький участок, где он проходит свой летний трудовой лагерь. Когда сам выращиваешь, ухаживаешь, поливаешь, тогда и овощи вкуснее. Ничего сложного в этом нет. Это даже интересно, ведь мы между собой соревнуемся, сравниваем, у кого какой урожай. Трудовое воспитание учащихся – одно из главных направлений учебного заведения. Помимо основного учебного процесса, школьники в течение года трудятся на пришкольном участке. Выращивают овощи, собирают смородину и клубнику. В этом году собрали неплохой урожай смородины. Успели не только варенье приготовить, но и реализовали для жителей села. Также порадовала своим урожаем и клубника. Ее мы тоже продавали. Таким образом, пополнили свой бюджет. Благодаря тому, что школа сама выращивает фрукты и овощи, одну часть расходов на питание полностью они покрывают сами. Благодаря этому в школьной столовой всегда супы и салаты из свежих овощей. Планш Паванязова, Гулина Гильмулина, Илюза Нургалеева. Новости Татарстана.